Нож Райк в вариациях, как всегда. И это P121. В зависимости от цвета и комплектации. Ну, давайте начнем с самого яркого, с самого интересного. Это везде флип. И эта модель в стали S35VN. Обратите, какое у нее матовое покрытие. Ну, маркировка с названием. Замок Frame Lock. По форме клинка немножко понижение с последующим повышением по типу Up Sweet Point. Но если назвать Normal Blade, то тоже не ошибемся. Замок Frame Lock. И судя по винту, здесь имеется сухарь. Такая металлическая вставка, на которой закреплен и Detent Ball, да, который так называемый шарик, который фиксирует в сложенном положении, чтобы нож не извлекался. И дополнительный запирающий механизм тоже фиксируется торксом. Такое приспособление. Неплохое дизайнерское решение. Яркая голубая клипса. Так, у нас тут все шильдики висят. Обратите внимание, как он флипует. Отличная механика. И насколько он просторный. Максимально. Три аккуратные бонки. Раз, два. А третья упорная. Это вообще никак не связано, видимо, противоположными сторонами. Вставляется и никак не крепится. Ну и здесь стандартные торксы. Клипса на постоянном местоположении. Замок фрейм. Все просто, просторно, легко и эффективно. Следующая модель у нас уже идет с остальными лайнерами. В накладках из G10. В ярко-зеленом цвете. Клипса аналогичная. На постоянном местоположении, но имеет такую своеобразную форму. Такие клипсы на многих ножах присутствуют, здесь ничего интересного. Стальные лайнеры, обратите внимание, имеют какое облегчение. Такие вот сквозные отверстия, и сторона лайнера, она уже никак не облегчена. По бонкам 1, 2, 3, 4, 4 упорная, замок лайнер лок, все надежно фиксирует, ничего не люфтит. И отличная механика. Флипует на ура. Поперечный сатин. И здесь уже железка 1428N Sandvik. Осевой также регулируемый под торкс. И последняя модель в черном G10. У нас шильдик застрял. В стали 1428. Также поперечный сатин. Все то же самое. Разница только по цвету. Облегченные стальные лайнеры на противоположной стороне и замок лайнер лок. В остальном все то же самое. Такое у нас сегодня сравнение модели от компании Райк. Всех благодарю. До новых встреч.